Друзья, приветствуем вас на канале SportClick. И вот он, долгожданный обзор велосипеда Велиер. Стоит этот байк больше, чем 1,5 миллиона рублей. Он единственный в России в такой комплектации. Всего этих рам 3 штуки в России, насколько я знаю. Да, все верно. И вот одна из них попала ко мне в мастерскую. И постепенно из нее... месяц за месяцем вырисовалась вот такая вот супер жирная картина маслом на Кашиме, на Карбоне. В общем, все по полной программе. Сразу скажу, что вот этот байк используется не совсем, так сказать, не то что по назначению, а владелец не использует его все возможности на 100%, но это примерно как владеть, наверное, Lamborghini или Ferrari. Чтобы использовать весь потенциал этой машины, нужно, во-первых, иметь дороги, во-вторых, нужно быть, скорее всего, профессиональным пилотом, да, чтобы уметь управлять, да, таким болидом. Безусловно. Вот, и, естественно, использовать на 100% возможности этого байка может только какой-нибудь спортсмен уровня... Нина Шуртера. Да, чуть чемпиона мира по кросс-кантри. На самом деле Максим абсолютно не безосновательно говорит, потому что, по сути, это рама командной расцветки Вильера. То есть, действительно, вот именно на таких же рамах Вильер Урта СЛР гоняют Кубок мира по кросс-кантри. Это абсолютно гоночный велосипед. Я бы сказал, это гоночный болид. Да, 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 и еще раз да. Это Lamborghini в мире велосипедов. Да даже пожирнее, возможно. Формула-1, да, да. В мире кросс-кантри, безусловно, потому что таких велосипедов на самом деле действительно очень мало, и это эксклюзив в первозданном виде. Наконец-таки что-то лучше показать нам будет действительно сложно. Да просто нечего показывать лучше, чем вот этот вот байк, вот именно в этой сборке с этими компонентами. Ну и вообще владеть велосипедом вот такого уровня, это просто приятно. То есть пусть даже человек не использует возможности там на даже 50%, но ехать на таком байке очень и очень кайфово, потому что ты понимаешь, что у тебя вещь с большой буквы. Просто максимально эксклюзивная. То есть такого велосипеда действительно второго в России абсолютно точно нет. Это самый жирный Вильер Урта в России. И сразу скажем, наверное... предвосхищая вопросы, это не вложение денег. То есть, вот собрав вот этот велосипед, его невозможно продать, ну, условно, там, за те же деньги или дороже. Невозможно. То есть, он уже БУ потерял, ну, какую-то часть стоимости. Это вот исключительно байк для души собран. Ладно, Макс, давай переходить к делу, но перед этим отметим небольшую историю. Наверное, кто-то из вас смотрел обзор на Юнивегу, и так вот, тот самый владелец этой Юнивеги в какой-то момент решил приобрести себе вот эту вот раму Вильер. Она очень много месяцев ехала из Италии. Рама уникальная, Вильер Урта СЛР, она в командной расцветке, то есть это лимитированная версия этой рамы. То есть все остальные Урты, они в целом не такие понтовые, как конкретно вот эта рама. И да, постройка началась именно с нее, рама пришла, и постепенно здесь стали появляться всякие разнообразные понтовые компоненты, по которым мы пройдемся чуть позже. Я думаю, сперва нам стоит поговорить про раму. Стоимость рамы в районе 500 тысяч, вот что-то около того. Владелец купил эту раму за 350 тысяч, это было зимой. Она к нему пришла, и когда он ее забрал, стоимость уже достигла 500 тысяч. 500 с лишним, по сути. Да, покупал, если кому-то интересно, и эту раму, и большинство компонентов он в магазине «Веломаркет ЦСКА». Бесплатная реклама, нам никто не заносил, к сожалению. Я не думаю, что «Веломаркет» это как-то сильно на что-то повлияет, но магазин действительно отличный. Один из лучших топовых гоночных магазинов. Зайдя туда, у меня лично просто слюни текут, и подбородок падает прямо до пола. Ну, по крайней мере, любой «Фокс» там можно купить. Да. Ну, или практически да. Любой. Ну, так что же, по поводу рамы. Это у нас карбоновая рама, двухподвесная, с максимальными... жирными технологиями, которые только могут применяться при изготовлении данных рам. Что ты, Макс, скажешь вообще? Я скажу, что
Конечно же, это в первую очередь очень красивая, легкая рама. Из, скорее всего, какого-нибудь высокомодульного или какого-то там карбона сделана вручную, естественно. И несмотря на то, что она столько стоит, были косяки под посадочные места, там, где да, подшипники. На самом деле это немного шокирует, то есть немного портит отношение к этому велосипеду, потому что когда ты получаешь раму, которая стоит такое количество денег, ты думаешь, что здесь все будет исполнено абсолютно идеально. И не будет вообще никаких мест, до которых можно придраться, но это, к сожалению, не так. Лично у меня есть пару вопросов к этой раме. Во-первых, это финишная обработка некоторых карбоновых элементов. Я думаю, Максим вставит фотографии, они, честно говоря, выглядят, на мой взгляд, позорно. Это, конечно, в общем и целом не портит сам велосипед и никак не влияет ни на что, но так или иначе, все-таки есть моменты абсолютно некрасивые, и я думаю, что все-таки рама такого уровня должна быть исполнена без них. Ну, честно, я вот тоже не ожидал, что вот, ну, невнимание к мелочам, то ли производители, ну, те, кто люди это делают, забивают на то, что там внутри где-то какие-то острые заусенцы торчат, карбоновые, то ли еще что-то. В общем, рама-то выполнена просто офигенно, сконструирована, да, с конструкторской точки зрения вообще не придерешься. Но вот исполнение почему-то в некоторых местах хромает и достаточно сильно. То есть, ну, если бы эта рама стоила там условно там даже 100 тысяч рублей можно было придраться. Макс, 100 тысяч на самом деле для рамы это уже не цена. Да, но за 500... Да, за 500 тысяч уже, конечно, хотелось бы получать вообще максимально качественно исполненное железо. Ну и второе, как бы, вторая претензия к этой раме – это отсутствие каналов под внутреннюю проводку. То есть внутри здесь все на самом-то деле гремит, и нужно будет уложить внутрь пенный материал для того, чтобы тросики, рубашки не гремели. Но так или иначе, на самом деле большая заморочка все это провести и заставить это не шуметь. Ну вот да, большой вопрос, почему не сделаны каналы на топовой раме, вот. Ну, как бы есть какое-то предположение, возможно, это сделано для облегчения, но на самом деле я думаю, что уложить внутрь какие-то те же карбоновые трубки, по которым могут проходить линии, это немного веса прибавит, а вот качество рамы прибавит очень много. А, ну и последний нюанс, это уж, конечно, отсутствие разнообразных резиновых заглушек на тех местах, куда входят гидролинии и рубашки. Это, конечно, не очень хорошо, потому что рано или поздно это приведет к тому, что рубашка перетрется в этом месте, вот, и это печальные последствия за собой обычно ведет. Ну, в общем, дальше у нас претензии к раме заканчиваются, да, все, но все. Начинается восхищение, только, естественно, рулевой стакан конусный, безусловно, по-другому не должно быть. Каретка у нас... Пресс-фит, все стандартно. Рама шла в комплектации с амортизатором Fox, естественно, Кашима. Все дела. Да, да, именно так. Достаточно хороший амортизатор, который имеет выносную блокировку, даже двухпозиционную. То есть, так скажем, здесь монетки можно либо полузаблокировать аморт, либо заблокировать его полностью. Ну, естественно, настройки компрессии и отскока, все на месте. Ну, Fox Kashima, топовый амортизатор от Fox. Что тут еще говорить? Вот такие вот золотые надписи. И, в общем, владелец, конечно, решил выдержать стиль, так сказать. Все собрано из таких золотых компонентов, я бы сказал. И погнали дальше к трансмиссии, Лех. Ну, трансмиссия — это у нас 12-скоростной SRAM XX1 Eagle. Электронный. Электронный, никаких проводов. Работает просто невероятно круто, стоит невероятно дорого. И на самом деле был связан один, точнее, была такая интересная история. Владелец купил себе специально к этому велосипеду лапку для заднего переключателя от Ceramic Speed. Золотого цвета. Да, стоимостью 40 тысяч рублей. 50, он говорил. Ну, 50, неважно. Да. Она много стоила. И трансмиссия не работала с этой лапкой, она просто отказывалась. И на самом деле, ладно бы, это можно было бы списать, возможно, на то, что я там чего-то не знаю. Но велосипед побывал аж
в 4 мастерских после всего этого, и она не заработала. Так что даже с топовым и самым дорогим железом встречаются всякие косяки и моменты, нестыковки. Хотя, по сути, лапка была сделана именно под этот переключатель, но, к сожалению, она не подошла, трансмиссия отказалась работать. В итоге только вот как бы в базовом исполнении, если так можно сказать про XX1, оно работает как пулемет, отстреливает каждую передачу, и вообще в целом выглядит оно очень дорого и красиво. Да, трансмиссия великолепна. Тут вот у нас кассета 12-скоростная. Прямо тоже супер, да? Она же фрезерованная. Да, кассета сделана из цельного куска металла. Отфрезерована на ЧПУ-станке. И последний блинчик у нас алюминиевый. Ну, в общем, да, это топовая кассета. На данный момент это вообще лучшее решение, которое только придумало человечество для того, чтобы сделать кассету лучше. Это цельный кусок металла, из которого вырезано все лишнее. Ну и, конечно же, шатуны XX1. Карбоновые. ДАП. Надежно, крепко, очень жестко. Ну и легко, конечно. Самое интересное, что в этом велосипеде каждый компонент, типа там переключатель, кассета, шатуны, там аморт, не знаю, вот дроппер или еще что-то, стоит примерно как среднестатистический велосипед в сборе, да, то есть... Ну да, то есть, допустим, кассета на свое время с Авито была куплена за 40 с лишним тысяч, шатуны, по-моему, тоже примерно в эту стоимость, то есть, действительно, если мы берем какой-то существенный компонент этого велосипеда, будь то там вилка, амортизатор или даже кассета, это все стоит примерно как какой-нибудь бюджетный аутлипчик. Да, велосипед, вот, который за 50 тысяч рублей продается, да, ну, это вот, чтобы было понимание, какого уровня здесь комплектующие стоят, и как нам часто пишут, что можно на AliExpress собрать, да, AliExpress, как карбоновый двухподвес за 100 тысяч рублей, но как можно собрать двухподвес за 100 тысяч рублей, когда он будет стоить меньше, чем всего лишь одна вилка от Fox, да? Да, да. Давай перейдем к ней. Да, расскажем про нее. Это Fox 34-я Kashima. Очень классная вилка. У нее, конечно же, просто превосходное исполнение. Все крутилочки, все возможные элементы сделаны очень аккуратно, очень красиво, очень заморочено. Я думаю, Максим прикрепит фотографии. Вилка, конечно же, обладает расширенными, так скажем, настройками. Это высокоскоростная и низкоскоростная компрессия, и то же самое у нас с отскоком. И плюс выносная блокировка на руль. Это одна из лучших вилок от компании Fox, которая на данный момент производится. Она максимально легкая, и при этом она просто невероятно прекрасно работает, у нее очень хорошее страгивание. Ну, в целом, это топовая вилка. Что-то лучше, допустим, Fox уже не выпускает. Да никто не выпускает. Никто, нет, ну почему? Можно... Может быть, DT Swiss, да, вот может какие-то модели... Ну, DT Swiss сейчас, наверное, нет, но какой-нибудь Yolins может быть лучше. И то, на самом деле, оценить это, ну, лично мне невозможно. Ну, это субъективные такие оценки, да, уже там лучше, хуже. Когда мы берем топовый сегмент вилок, и RockShox будет, я думаю, что топовый, ну, плюс-минус. Ну, в целом, сид будет сопоставим же, да, по своим характеристикам с этой вилкой, но так или иначе, все-таки Kashima жирнее. У нее, как минимум, есть понт с ее невероятным покрытием, которое супер хорошо скользит и практически не стирается. Так, ну, хорошо. Вилка топовая, колеса, наверное, тоже, да? Да, колеса действительно тоже топовые. Ну как, на самом деле, с колесами есть один, возможно, для кого-то неприятный нюанс. Втулки здесь Industry 9, гидро, очень злые. Я думаю, Максим, может, запустим прямо, да, сейчас? Да, вот можно послушать. А я микрофончик поближе. О! Ну, звук божественный, конечно, да, напоминает рой шмелей. Действительно. Когда Леха ехал передо мной, я думаю, нифига, передо мной шмели или пчелы летят, там целый рой. Ну, это ладно, на вкус, на цвет и на звук тоже. Да, для каждого свое. Но так или иначе, это топовые втулки, дорогущие, надежные, с классными подшипниками, с очень классной системой собачек, из-за которой, собственно, она и звучит вот так вот, как бешеная какая-то просто пчела. На мой взгляд, вот единственное, что здесь не в тему, это втулки, потому что они немножко не попадают в общий, как бы, ну, в общую цветовую гамму. И вот если бы стояли черные втулки с золотыми какими-то надписями, мне кажется, это было бы круто. Ну, вот владелец решил, что они должны быть такими, ну...
Владелец просто сначала заказал втулки, которые были по цвету идеально подходящие сюда, но вживую оказалось, что они выглядят чуть иначе. Но на самом деле мне лично нравится. С трансмиссией гармонирует, в общем и целом хорошо смотрится. Пойдем дальше. Со втулками мы разобрались, теперь обода. Обода здесь карбоновые китайские колеса с Univeg. Вот, эти обода стоимостью всего лишь в 40 тысяч рублей. Вообще. Но это действительно всего лишь применительно к велосипеду, потому что это вот, наверное, самые дешевые, ну, как бы в сборе вещи, ну, это обода. Дешевая относительно, да, естественно. Вот. Ну и, конечно, топовые покрышки с той же самой Univeg, Maxxis Icon 3C версия. Очень классные. Собрано все это бескамерно. И на нипелях Pitiz, которые стоят тоже в районе 3-4 тысяч рублей. За пару или за штуку? За пару. Ну вот, да. Видите, даже за пару. Это тоже дешманское решение на этом. Да. Велосипеде. Ну, в общем-то и целом, по большому счету, колеса здесь без какого-то сильного прицела на хай-энд, потому что они достаточно простые. Вот, то есть здесь не straight pull, прямая спецовка, достаточно обычные карбоновые обода, если так можно говорить. Но так или иначе, есть, конечно, преимущество в этом, они ремонтопригодны. И конкретно для владельца данного велосипеда, я думаю, это будет более перспективное решение, потому что найти те же самые спицы под эти колеса гораздо проще. То есть если здесь стояло бы какое-нибудь проприетарное решение в карбоновом исполнении, что-то вроде колес Synchros на карбоновых ободах, то, конечно, уже на этом велосипеде не так уж и радужно можно перемещаться, потому что какая-то неудачная ситуация придет к тому, что с колесом, скорее всего, придется просто расстаться. А эти колеса вполне ремонтопригодные и достаточно просты в обслуживании. Но, зная владельца, что-то мне подсказывает, что колеса подвергнутся апгрейду, и сюда будет установлено что-то максимально крутое, почему-то мне вот... На самом деле здесь действительно напрашиваются колеса Synchros, топовые, вот, тогда, я думаю, будет максимально жирно, насколько это возможно. Но так или иначе, это действительно хорошие спортивные колеса, ну вот, к ним вообще никаких претензий. Что у нас с роторами? Ротора SRAM Centerline на алюминиевых пауках, тоже дорогущие, красивые. Классные. Ну и вот интересный момент с тормозами. В данный момент здесь стоит задний тормоз Формула Кура, передний стоит SRAM Level. Нет, это SRAM G2. G2, SRAM стоит. Почему так получилось? Потому что владелец купил тормоза SRAM. Оказалось, что крепление под задний тормоз шоссейное. И пришлось искать, значит, МТБшные тормоза. Макс, извини, я тебя перебью, не совсем корректно ты говоришь. Тут такая ситуация с тормозами возникла из-за некоторой непоследовательности в сборке этого велосипеда. То есть изначально предполагалось, что все компоненты с Univeg уйдут на эту раму. Но день за днем все это менялось. Покупались, докупались новые запчасти. И из-за этого произошла вот такая путаница. То есть сейчас левый тормоз у нас стоит с Univeg, правый тормоз Формула Кура, он уже новокупленный, потому что, да, сзади здесь стоит крепление Flat Mount шоссейного стандарта. Ну вот, ты меня немножко перебил, в чем комичность ситуации. Это вот вообще к общей обстановке был куплен вот этот Формула Кура, все, владелец, значит, поехал покупать дроппер, говорит, ну, говорит, сейчас куплю тормоз передний, чтобы все было одинаково, и выяснилось, что тормозов Формула-то, в общем, и нету в продаже по всей России, он облазил там кучу сайтов, нашел на Авито где-то одно предложение всего, и где-то за много тысяч километров от Москвы, то есть вот такая вот ситуация, кажется, что, да, пошел, купил Формулу, Формулу, как бы, вопрос в деньгах не стоит, а вот... А наличие, да, к сожалению, вопрос наличия стоит очень остро. Ну, в общем, тормоза очень классные здесь, даже учитывая, что тут передний SRAM, задний Формула. Нет, тормоза работают прекрасно, просто, да, они немного несуразно смотрятся, но, во всяком случае, SRAM G2 здесь явно просится... перебраться на какой-нибудь другой велосипед. Он в любом случае будет заменен на Формулу, это просто дело времени. Да, это действительно так. Дальше, значит, вот только сегодня был установлен дроппер,
Естественно, от Fox, естественно, на Кашиме. Да, Fox Transfer. Да, тоже не дешевое решение абсолютно. И вот забавный, опять же, случай, что владелец приезжал к нам, советовался, говорит, дроппер с каким ходом лучше поставить, там 150 миллиметров, 200 или 250. В итоге, пришли там к общему знаменателю, что вроде как 150 будет достаточно. Он приезжает с дроппером с ходом 70 миллиметров, и выясняется, что в раме, сколько у нас, 27,2? Да, 27,2. А дропперов с диаметром 27,2 больше, чем на 70 миллиметров, и нету. Ну как, они существуют, но во всяком случае это не топовые исполнения будут и какие-то непонятные бренды. То есть если мы хотим купить себе какой-то действительно классный подседельный штырь, то, к сожалению, на 27,2 мы ограничены очень сильно. И мне на самом деле этот момент не очень понятен. Почему не использовать 31,6? То есть да, опять-таки можно сказать, что это сделано для лайта. Для экономии, сколько на это можно сэкономить? Спорно весьма, потому что 70 миллиметров как-то, на мой взгляд, маловато. Ну, не совсем современное решение. Вот это еще один вопрос к раме, да, почему здесь вот 27,2? Ну, на самом деле, посмотрев на современное кросс-кантри, лично мне кажется, что все-таки 70 маловато, потому что там такие трассы, что я уверен, что будь дроппер ходом побольше, это, конечно, бы только положительно сказалось на, так скажем, итоговом результате. Поэтому не знаю, чем обусловлен выбор именно такого диаметра подседельного штыря, но так или иначе сюда встал единственный возможный топовый вариант, это Fox Transfer SL. SL-версия самая легкая, и, блин, дроппер действительно просто невероятно легкий, как пушинка. Некоторые подседелы обычные весят, мне кажется, больше. Безусловно, больше, особенно если подседел стальной какой-нибудь, раза в два будет больше весить. И вот когда смотришь на любую деталь этого велосипеда, понимаешь, что это топовое решение. Да, безусловно, это так. Я думаю, можно от дроппера перебраться к кокпиту. Седло здесь от Specialized, естественно, как карбоновая рамка, то есть, в общем, нельзя сказать, что это прям сверхтоповое решение, но оно легкое. На самом деле в формате этого велосипеда уже любое нетоповое решение звучит так, как будто бы, тут вот что-то сэкономили, так. Даже не то, что сэкономили, здесь стоит вот это, и все. И как бы особое восхищение это уже не то, чтобы и вызывает. Но так или иначе, да, седло вообще отличное, прекрасное, суперанатомичное, красивое и дорогое. Ну и давай перейдем к панели управления, так сказать. Да. Она у нас представляет собой руль Synchros, карбоновый руль вместе с выносом, очень красивый, очень дорогой. Высокотехнологичный, функциональный, легкий руль. И вот меня, например, поразило, что, помимо того, что это топовое решение, вот как же люди заморачиваются, когда делают верхние какие-то вот модели. Это не обязательно там велосипеды, вообще ко всему относятся. Вот там, где должны быть установлены ручки тормозов, монетки, да, вот он такой вот немного шершавый, чтобы ничего не скользил, не проскользил. Вот заморочились и сделали, понимаешь? Ну вот могли бы не сделать, но... Да, на самом деле Макс очень классную деталь отметил, да, это позволяет нам не сильно затягивать тормозные ручки, и при этом они хорошо очень держатся на месте. А для карбона, как мы знаем, затяжка сильная, очень пагубная, влияет на его целостность. Опять же, замечательная монетка с тремя рычагами. То тоже одно, наверное, из верхних решений. То есть... Да, это на самом деле последнее, что было установлено на данный момент на данный велосипед. Это монетка Synchros. Она имеет три тяги. То бишь здесь три рычага. Верхний – это сброс. Центральный отвечает у нас за блокировку обоих амортизаторов. И нижний отвечает за дроппер. На самом деле очень классная монетка, и я думаю, что на современных подвесах она must have. Очень удобно пользоваться, все под рукой, и, блин, как она щелкает. Ну, во-первых, она выглядит очень круто. Сразу понимаешь, что это что-то, опять же, это прям вот технологичное такое, необычно футуристично. В общем, конечно, вот этих вот шнурков здесь 7 километров. Да, их очень-очень много. Да.
потому что абсолютно практически все регулируется с этой монетки. Ну, что поделать, зато у нас от монетки переключения ничего не идет, да. Сэкономили на один тросик. Сэкономили трос один, да, вес. Вот, поэтому здесь вот тоже это выглядит все. Руль выглядит прям вот как из какого-то фильма фантастического, да? Ну да, он вот похож, из будущего. Он похож по пластике на какой-то космический корабль, очень красивый. Если с тем же Тосиком, ну, вы уж простите за сравнение, но так или иначе, что то интегрированный руль, но этот, конечно, выглядит просто на голову выше, он очень классно исполнен, и просто визуально он притягивает внимание значительно больше, чем тот же Тосиковский. Тосиковский выглядит немного, ну, порнушно, на мой взгляд, а здесь, конечно, очень здорово, очень классная пластика у руля, и видно, что над этим рулем действительно работал дизайнер, который соображает, что он делает. Да простит меня владелец, мне вообще не нравятся грипсы и крышка. Грипсы за 11 тысяч, это тоже просто вообще, ну, выглядят они как грипсы за 200 рублей. Согласен, да. Из какого-то подвального магазина. Не, они вот на каком-нибудь другом велосипеде выглядели бы круто. Но вот здесь вот, это, по-моему, какая-то неуместная деталь. Вот эта вот крышка рулевой, ну, тоже я... Ну, это крышка Супакас, Максим. Ну, мне это ни о чем не говорит, например. Если бы она была просто черной, вот это, наверное, я бы понял. Ну да, тут есть небольшое сомнительное решение, но как бы клиент абсолютно уверен в своем выборе, ну и он в любом случае здесь будет прав, потому что это его велосипед. Ему нравится, и... Слава богу, как бы... Да, да. Мы можем выражать только свое мнение, но... Мне грипсы не нравятся. Мне тоже не нравятся. Я ему тысячу раз сказал, поменяй грипсы. Они мне даже вот тактильно не нравятся. Но это, опять же, мое личное. Да тактильно нормально, вполне. Мне нравится. Но внешне, ну, что-то как-то вообще не выбивается из вот этого вот особого шарма золотого с черным, кашима туда-сюда, и такие грипсы, а мы тут грипсы супер дорогие, супер красивые, мы Супакас. Нет, мне кажется, неуместно абсолютно. Ну, опять же, ладно, оставим это момент, напишите в комментариях, что вы считаете по этому поводу, может быть, вы считаете, что это очень круто. Тут вот еще стоят два флягодержателя. Вот этот 11 тысяч, а этот какой-то бичевый карбоновый. Да, ну тысяч, наверное, за 7, за 8. Наверное, да. Примерно вот так, да, два флягодержателя по цене простого велосипеда. Ну что, за 20 тысяч, то что можно купить сейчас, Макс? Ну, можно постараться за 21 тысячу как минимум купить. А вот Leprio Sport, ага, можно найти какой-нибудь Stealth Forward, пожалуйста, целый велосипед. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки лучше два подбутыльника иметь, чем... Да? Опять же, вопрос спорный, опять напишут, что это... Мы два балбеса, вообще ничего не понимают. И что по цене этого велосипеда можно квартиру где-нибудь купить. И машину можно купить. И машину, и дачу, да, еще в придачу. Да, действительно. Вот. Но отметим, что на самом деле ответственность здесь с нас, как с велобарык, как некоторые выражаются, полностью снята. Потому что вся комплектуха, которая здесь стоит, она, в принципе, была подобрана самим клиентом. Ко мне он лично обращался только с консультацией, подойдет оно или нет. А вот эти вот все маленькие детальки, и даже в том числе какие-то жирные компоненты, они выбирались самим клиентом. Я даже ни на секунду не настаивал ни на чем. Да, как не считая вот руля. Произошла тоже ситуация... Приходит этот же клиент, он поехал куда-то кататься вечером, там, ночью, вот, и говорит, где у вас фары? Я говорю, да вот там вот фары лежат, фонари, вот. Собственно, человек пришел, естественно, он выбрал самую дорогую фару, говорит, вот, я говорю, а тебе это точно надо? Он говорит, да. Вот, и купил... Ему же до дома доехать надо вечером. Да, фару за 40 тысяч рублей. Вот, друзья, но не подумайте, на самом деле это не безумный человек, не миллионер, да, то есть там не мажор. Человек зарабатывает сам деньги, причем достаточно тяжелым, опасным трудом, и то есть вот вообще ничего не могу про него там плохого сказать, то есть вот мое уважение, да, к той профессии, которую он освоил и то, чем он занимается. То есть, ну вот просто у человека такой подход в жизни, что если что-то он покупает, то он берет все самое лучшее. Ну, благо возможность у него такая есть, почему нету? То есть я вот тоже придерживаюсь
этого же правила, насколько, ну, я могу его придерживаться, что если я, ну, покупаю какую-то вещь, я стараюсь эту вещь купить максимально верхнего, как бы, сегмента, ну, потому что так или иначе топовые вещи, как, ну, служат дольше и выполнены. Ну, безусловно, они еще помимо всего этого очень сильно радуют душу, я уверен. Потому что все-таки обладание подобным велосипедом, это, я думаю, прекрасное чувство. И ведь, по сути, действительно, когда твой велосипед, по сути, ну, он единственный такой в России. То есть жирнее Урты не найти. Я даже не уверен, что сейчас в продаже-то что-то подобное где-то можно, ну, встретить. Нет, ну, в целом, в том же веломаркете продаются Урты. Вот, в похожем исполнении, но все-таки так или иначе они именно в деталях немного будут проигрывать данному велосипеду. Здесь, конечно, именно все в мелочи упирается. Про педали XTR мы забыли. Ну, педали — это такая вещь сугубо личная, да, но они здесь Shimano XTR. Прям скажем, что, наверное, лучше-то найти и сложно что-либо, да? Ну, да, то есть тут как бы титановые оси, максимально легко исполненная конструкция, красивые тоже, ничего не скажешь. Очень здорово. Да, я, ну, не могу оценить, потому что я не езжу в контактах, но, по крайней мере, опять же, смотришь на них и понимаешь, что перед тобой вещь с большой буквы. Да. Каждый элемент, любая деталь, да даже вот держатель для велокомпьютера Syncros, все исполнено максимально качественно, максимально заморочено, с красивыми болтиками. И, ну, вообще, просто не феерия качества исполнения, так скажем, велосипедной отрасли. То есть это как бы выставка достижений мирового велостроения. То есть вот все, что можно было... Все здесь стоит прям вот, да, самое современное и лучшее. Самое современное и самое хорошее, действительно. Ну, я не вижу моментов, про которые мы не сказали. Естественно, вот защита пера уже была наклеена. С завода такая прорезинена, которая уже отклеивается. Увы. Вот. Рама была обтянута пленкой сразу после покупки, чтобы вот там камушки не царапали, чтобы вот... Человек позаботился о том, чтобы данный снаряд сохранял свою красоту как можно более долгое время. Вот, пожалуй, и все. Байк, да. За 1,5 миллиона. Байк за 1,5 миллиона. Да. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, скажите, что вы думаете. Естественно, этот велосипед можно было собрать дешевле, и он при этом бы получился плюс-минус таким же по весу. Сколько весит велосипед, Максим? Весит велосипед... мало. Я забыл, вот здесь я потом напишу. На самом деле велосипед весит 10 килограмм, 600 грамм с карбоновым подсиделом, и мы, к сожалению, запамятовали взвесить. Ну, я полагаю, что он сейчас весит где-то 10-800. На самом деле не ультра низкий вес. Я вообще ожидал, что велосипед получится меньше 10 килограмм. Но тут уж, увы, есть где скинуть вес с тех же колес, но на самом деле все это будет упираться уже просто в конские вложения денег и особого смысла иметь не будет. Байк максимально собранный, максимально крепкий, быстрый, накатистый, вообще бомба. Гоночный болид. И недавно на канале Sport Rupert Леха рассказывал про пару колес Lightweight, которые стоят 1 000 000 рублей. 2 колеса. Нет, они, кстати, стоят столько же примерно, сколько весь велосипед этот в сборе. Ну, а за границей они стоят 9 000 долларов, как ты говорил. Да, а у нас они стоят, ну, 13,5. К сожалению, в наше время очень сложно такие колеса нормально доставить по хорошей цене. Ну, так или иначе, да, зайдите, поглядите, есть колеса в стоимости этого велосипеда. Да, 2 колеса, что, в общем-то, уже перестает немножко укладываться в моей голове, потому что этот велосипед, ну, по-честному говоря, конечно же, тоже не у всех укладывается в голове вот эта цифра просто за велосипед, несмотря на то, что мы давно в теме, мы знаем, что сколько стоит, и вот так вот, опять же, на одних весах там 1,5 миллиона, даже пусть там доллар по... там 100 рублей, но тем не менее, как бы, ну, и я вообще максимально
уважаю и приветствую вот такие вот сборки велосипедов, потому что все равно это нужно. Да, кто-то прикалывается по там, машинам, тюнингует, да, там по полной. У кого-то дома стоят колонки за 10 миллионов рублей, две аудиоколонки, что, в общем, тоже за гранью моего понимания лежит. Там ресиверы, да, там по 100 тысяч долларов за штуку, как бы. Ну, я просто немножко интересовался аудио вот этой техникой в свое время, и просто представляю, сколько там все стоит. Ну, да, это... ценники тоже безумные, да, естественно. Вообще... Да так на самом деле везде, во всем мире, если ты хочешь что-то топовое и лучшее, то, естественно, это будет стоить просто безумных абсолютно денег. Ну, и на самом деле 1,5 миллиона можно было скинуть с этой цены, наверное, 500 000, если там выбирать запчасти по скидкам искать, там выискивать лучшие предложения. Здесь, конечно, подход был чуть другой. Клиент что-то находил, он это сразу покупал. Вот. Но так или иначе, все-таки вот у нас получается такая вот бричка за 1,5 миллиона рублей. Чуть побольше, если учесть еще вот эти. Нет, если учесть бутылочки, фонарики и так далее, там уже и, конечно, за 1,6 миллиона стоимость, скорее всего, выйдет. Но так или иначе, современный реалий 2023 год, топовый велосипед за 1,5 миллиона. Да, больше добавить нам к этому нечего. Еще раз пишите ваши комментарии. Я уже чувствую, что нас кто-то, наверное, проклинает. А мы-то здесь вообще при чем? Я не знаю, при чем. Ну, при чем мы всегда? Вот, Леха, мы вот говорим. Ты как при чем? Ты, во-первых, в цены в триале поднимаешь. Да, да, да. А я людей развожу на деньги, на запчасти. Да. Забыл я, извини. Причем мы здесь. Да, анонс на сайте, кстати, Outlip'ов 24-го года, радиусов. Придут на этой неделе, сделаем обязательно обзор, но про цену говорить не будем. Будем теперь про велосипеды говорить в отрыве от цены, сами решайте. Да, увы, конечно, или современные цены, они куда-то вообще отрицают реальность и отрицают здравый смысл. Вообще, да. Но так да ладно, есть. Макс, ну все, мы про велосипед вообще говорим. Да. Все, пишите комменты, напишите нам, что вы думаете, пожалуйста. Да, очень интересно вас послушать. И было ли вам интересен вот такой вот ролик? Это даже, я не знаю, это не обзор, это просто рассказ. Да просто мы, да, поговорили хорошенько про байк за 1,5 миллиона. Все, друзья, всем пока. Пока. Да отличный байк. Да ну конечно отличный байк, еще бы ему за такие деньги не быть отличным. Да не, ну на самом деле очень крутой, конечно. Ну по делу мы, конечно, сказали мало, да. Больше просто восхищались. Ну а он для этого и создан. Ну по сути, да. Ладно. Ну грипсы, блядь, ну зачем вообще? Грипсы, да. Ну ладно, вот. А, мы не сказали про резиновую вот эту да колечко. Да ну брось, это уже вообще мелочь абсолютно. Это кольцо. Ну оно стоит 5 000. Реально? Я не знаю, ты мне говорил. Нет, кольцо не 5 стоит. Мне кажется, оно подешевле должно стоить. Хорошо.